Друзья, всем привет! Ну, видосик такой незапланированный, больше, наверное, информационный для тех, кто будет вести подобные вещи на укорачивание. Вот человек привез мост полностью в сборе, и вот в таком печальном состоянии. Ну, не состояние, может, и не печальное, но безобразное. Его страшно в руки брать, если честно. Вот не везите мне такие мосты. Или отмывайте сами, или разбирайте. Редуктор оставляйте себе. Барабаны, кожашки все оставляйте себе. Мне нужен чулок и две полуоси. Все. Я думаю, понятно. На будущее. За вот это я буду брать дополнительно деньги. За отмывку, очистку, приведение в надлежащий вид его для начала. За снятие закисших барабанов. Аккуратное снятие. Вот. Как-то так. Это на будущее. Я думаю, понятно. Ну, с человека брать ничего не буду, потому что, ну, не знаю. Совесть позволит, сам добавит. Я думаю, посмотрит видос. Вот такие вот дела. Ладно, занимаюсь сейчас пару часов на очистку, снятие всех этих причандал, отмытие. Потом только буду разбирать. А за эти два часа я мог бы укоротить чулок и две полуоси. Теперь хоть приятно в руки брать и работать с ним. Так, друзья, вскрыл мост, достал редуктор. Картина Репина. Приплыли. Вот она, ржавчина. Кстати, троечная пара. Коррозия. Грязь. Шматки такие, прям ржавчины на пальце. Палец тоже ржавый. В чулке масла не было, вот это все, что было, даже не сливалось ничего. Пробку открутил, от руки тут завинчено, но ничего не слилось. Вот это все, что было. Также вон куски ржавчины и всего остального. Вот этой очисткой его нужно по большому счету полностью раскрутить, разобрать, вымыть, щеткой вычистить, чтобы все вот это удалить. Просто так это не удалится. Но этим я заниматься явно не буду. Это в мою работу по укорачиванию моста в оплату. И вот эти задачи не входят. А потом некоторые удивляются, почему так дорого стоят мосты. Да потому что вот это все нужно приводить в порядок. Когда вы получаете мост, остается его только поставить на трактор, залить масло и гонять. Все. Вот этими вещами уже вам заниматься не нужно. Этим я занимаюсь.
если вы берете у меня мосты. Вот как-то так. Капец. Капец. Все, привожу чулок в порядок. Укорачиваю полуоси. Всем пока. Процесс этот 100 раз уже видели. Ничего особенного. Скоро увидимся.